Третья в 20-м столетии, засуха 72-го года, самая продолжительная. На европейской части СССР дожди не выпадают 75-80 дней с июня по август, при том, что зима была бесснежной. Все лето горят леса севера и средней полосы. Пожары удается в лучшем случае лишь локализовать. 8 августа на совещании в ЦК положение с будущим урожаем оценивается как катастрофическое. И Брежнев вылетает в 10-дневное турне по Казахстану и Сибири. Эти районы в меньшей степени поражены засухой, и на них теперь главная надежда. Зерна в стране соберут на 14 миллионов тонн меньше, чем в прошлом году. Картофеля и овощей на 16 миллионов тонн меньше. Казахстан продолжит поддерживать российский рынок своими яйцами. Буквально на этой неделе отечественные производители отгрузят в соседнюю страну еще 400 тысяч штук. В январе правительство Российской Федерации обратилось к Казахстану с просьбой увеличить объем экспорта куриного яйца. И уже в прошлом месяце наша страна дополнительно отправила соседям 600 тысяч яиц. Уже еще 400 тысяч отгрузят в ближайшее время.